Сегодня расскажем вам о трех новостях из мира бокса. Начнем вот с какой. Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев и чемпион мира по версии WBC Майрис Бриедис подтвердили свое участие в новом турнире в профи-боксе всемирной суперсерии бокса. Согласно этому турниру, 8 бойцов одной весовой категории выяснят лучшего из лучших. Соревнования будут проводиться по олимпийской системе на выбывание. Этот турнир начинается с четвертьфиналов, поединки которого запланированы на сентябрь-октябрь 2017 года. Сегодня же состоялась процедура взвешивания участников боксерского поединка в Ростове-на-Дону. Главным событием предстоящего шоу станет долгожданный матч-реванш, в котором обладатель титула WBC Silver в первом тяжелом весе россиянин Дмитрий Кудряшов выйдет на ринг против нигерийца Дурадолы. Боксеры Кудряшов и Дурадола показали одинаковый вес перед боем. Дмитрий Кудряшов выразил уверенность, что ему удастся взять реванш у нигерийца. Поединок состоится в субботу 3 июня. Соперники, напомню, встречались 4 ноября 2015 года в Казани, когда победу одержал техническим нокаутом во втором раунде нигериец. Сейчас Кудряшов снова считается фаворитом. Победитель поединка получит право провести бой с чемпионом мира WBC Майрисом Бриедисом. А вот бой-реванш между чемпионом мира по версии WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе американцем Андреем Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым будет транслироваться на российском телевидении в прямом эфире. Поединок пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. Перед поединком ходило много слухов о том, что команда Уорда хотела переманить тренера Ковалева, на что те отвечали, что он сам хотел перейти. Ну, в общем, запутанная история, которая подогревает интерес к поединку. Напомню, в ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версии WBA, WBO и IBF. Рекомендую также посмотреть ролик, посвященный последним новостям из мира смешанных единоборств. Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно.